Всех приветствую. Сегодня играем на стежке, более известный как Пуч, с его хуком. Но это стежок, абсолютно иной персонаж. Будем играть через пожирание, смакание. Будем увеличить нашу скорость регенерации ХП. Будем все время жрать. Скин персонажа из Overwatch. Или там пошел наверх один. Тиранда спит. Проснись, проснись. Пожелаем удачи и веселой игры. Так. Выходим вперед и просто кусаем первого попавшегося. Даже клона. Стаки все равно будут зарабатываться. Просто ждем следующего пожирания. Давай повоюем. Отойду. А вот так. Куда это я дал только что скилл? Их четверо. Сложно. Отойдем, захилимся и бежим, укусим кого-нибудь срочно. Например, тебя пойдет. И отходим. Под вышку давай. Хорошо, получил урона. Говорит, не умеет играть на Маэле. Ну ничего, он натренируется. Дай укушу. А вот так, а вот так. Еще. Выжить самому, самому. Можем прокастом отхилиться. Попробовать. Так, останемся пока что здесь. Вот так вот отхилимся. Хорошо, стой под вышки, под вышками. Сердце заберем. Тиранда пришла. Наконец-то будет хилить наших тиммейтов. Мы сами же отхилимся. Мы местные пожиратели. Укусили, отошли. Нужно кусать как можно чаще. Кулдаун у скилла очень долгий. Кусаем, входим. Не попали. Так, враги опередили нас по левелу. Бежим, бежим. Вот ее нужно убивать. Кусили. Слишком много урона. Маэль не может выдержать столько урона. Идут сюда. Плохо. Вижу, что идут. Бьем. Стоим, танчим, просто бьем. Семь секунд до отхилки. Ослепление. Чуть-чуть не хватило до отхиливания. Если бы они были без абатура, скорее всего, мы бы убили. Да, у меня такая же ситуация. У меня КД было третьего скилла. Ничего, эта смерть ничего не значит. А вот кэмп надо бы до захватить. Но мы на самом деле начали пойдем к врагам. Парень, здорово.
Где от них? О, надо хилера бить. Бьем хилера. Дальше. Чуть-чуть не дотягиваемся. Убили. Газом, скорее всего. Так. Хукнуть пока что не можем. Разве что вот так. Здорово. Здорово. Отойдем. Два клона. Заберем сердце. Хорошо. Укусим и отойдем. Помолчи. Где враги? Здесь. Бежим. Нету их тут. Бежим дальше. Ладно. Пока что стоим, зарабатываем экспу тогда. У них абатур собирает экспу. Ну, так и надо. Собрали. Ну-ка. Дайте я укушу хоть кого-нибудь. Сюда. Все. Свободны. Нет, не свободно. Дайте укусить. Хоть клона. Хоть кого-нибудь. Но. Клона дай укушу. Клона дай укушу. Хорошо. Можно захватить. Так. Пока что никого не видно. Нужно добить и бежать кусать. Кусаем. Эту точку мы не отдадим. Будем биться до конца. Например, ее первую убьем. Откусим клона. А, это абатур. Уйди. Абатура убьем. Чё нет? Ничего сложного. Так, экспу собрали. Сейчас сердце возьмем. Еще сердце возьмем. Нам не сложно. Давай. Азмодан. Примерно вот здесь. Здорово. Укусил. Еще раз. Отошел. 3, 2, 1. Иди сюда. Еще раз укусили. Все, можно уходить. Я найду лучшую позицию. Это клон оказался. Ребята, вы несите. Мы... Что это было? Что это за полеты такие? Кого ты ультуешь? Добьем Лили. Добить Лили. А вот теперь развернемся. Далее весь проказ в Лили. Но не смогли убить вдвоем. Довольно-таки позорно. Я надеюсь, хоть кто-нибудь бил в это время демона. Просто так ты нас не убьешь. Ах, мана не хватило на укус. Ладно, уйдем. Восполним ману, ХП.
У нас уже 23 укуса к 9 минуте. Итого наша регенерация 44 хп в секунду. Начало хорошее. Мы особо не убиваем, но мы хорошо выживаем. Укусим, отойдем. И здесь подеремся. Подеремся, ничего страшного. Куда ты? Эх. Еще укус. Мы когда-нибудь убьем эту Лили. Когда-нибудь убьем. Мы убили. Все, теперь нужно бежать. Каким-нибудь образом бежать. Дай укушу. Хорошо. Ну, это идем. Что с тобой не так, а? Перестань хотя бы просто фидить 0.8. Ладно. Нам нужны враги. Нам срочно нужны враги. Идем, бежим. Бежим. Они здесь. В обход. Иди-ка сюда. Добиваем. Хорошо. Надо укусить кого-нибудь. Клоном пойдет. Вариант. Маэль умирает. Проигнорируем всех и пойдем бить ангела, потому что никто его не бьет, кроме нас. Скорее всего, это наша смерть. Выживем ли мы? Нет, не выживем. Где все? Маэль 09. Мы должны сменить позицию. Нарочной гибели. По левелу отстаем. Тимплея нету, ниндзя спит. Варион отлично сражается. Очень активно, правильно себя ведет. Агрессивно. Возьмем так и Варина, выкинем от этих дурачков. И здесь поскусаем. И то мы тоже не смогли убить. Так, Фариана не видно. Дайте клону укушу. Видим Фариана, хорошо.
наконец-то. Все, забираем сердца, уходим. Че? Иди-ка сюда. Съели. Ну, Мэйли опять пострадал. Как он так играет? То что, специально так играть не получится. Абатур у нас их через... Только через вышку играет. Хорошо, это опасный абатур на самом деле. Ангел практически ничего не спушил. Пойдем посмотрим. Асмодан. Ага, видим. Все, бежим, бежим. Мы готовы драться. Ну, вот так вот убиваем хилом. Вот так вот убиваем Вариана. Не можем хукнуть, слишком много врагов. Ну, убьем с руки тогда. Обычным пожиранием можно справиться. Нас особо не бьет, потому что понимаю, что не смогут пробить такую тушу. Сложно пробить. Укусим клона. Спасибо, что дала нам халяный кэмп. Пишем дальше. Так, ее нигде не видно. Ладно, тогда пропушим лайн. Уклонилась. Больно. Теперь не больно. Это клон. Мы можем опять просто отключить Лили, увести ее в сторонку. И под хуко замедлить. Убили, отлично. Улучшаем наш ульт. Показываем. Ничего страшного, ты нас не убьешь. Как ни крути. И мы тебя убиваем спокойно. Дальше можно бить демоном. Посмотрим, у нас 3300 хп. Посмотрим, сколько будет через... пару секунд. Пока мы пушим этого демона. Асмодан, на самом деле я не против его убить прямо сейчас. Не попался. И смотрим на наш хп. 1500 хп мы восстановили за то время, пока мы били врага. Наша регенерация очень сильная. Бежим вместе с ангелом, будем толкать линию. Возможно, это будет финиш, да. Наша главная задача сейчас опять съесть Лили. А вот этому гаду надо не умирать и все. Пофиг, пофиг. А вот Лили не пофиг, надо. Промах, промах. Очень плохо. Хорошо. Надо Лили.
Весь урон в нее надо вкидывать. Хорошо. Ну, почему за меня-то не спрятался? Вижу, вижу, бегу. Как зажал, а? Как зажал? Красиво. Укусим клона. Укусим еще раз клона. Видим. Это на 5. Куда бегите? Врагов нету. Куда бежать? Вы че? Че вы творите? Надо пользоваться ситуацией. А не бежать. На самом деле больно. Очень даже больно. Сильно кусают. Хорошо. Крепость нету. Как раз мы будем уходить. Ладно, тогда захватим. Захватили, тогда идем наверх. И этих надо захватить. Через пачку крипов. Так вот, в агрессивную. Это был Абатур. Он появится здесь через некоторое время. Нужно дождаться его. Я буду стоять и ждать. Вот он. Через кулдаун он появится. Смотрим. Мы его будем кусать. И убивать. Без абатура они особо ничего не сделают. Этих убили, и все, и пошли на врагов. Не можем догнать. Так. Побьем Азмодана одного. Предлагает уйти, но... Я слежу за ХП нашего ангела. Они его пока что не трогают. Ага, вижу. Иди-ка сюда. Пол хп снесли. Добить. Готово. Отлично. Кусать. Укусить. 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 Хорошо укусили. Все, убиваем. Это просто. Просто. Вот так вот. Просто. Отлично было. И Лидан быстро реагирует. И Гензи быстро реагирует. Ну, подумаешь, Малтаэль. Учится, тренируется. Со всеми такое бывало. У нас внизу сильные проблемы. Надо посмотреть, что у нас тут. Видно, не видно никого. Идем. Не попали. Здорово. Пойдем. Добить. Вот так вот отбиваем. Дай его кушу. Все хорошо. Варя, она пока что не видим. Возьмем сердца. А вот и Варя. Опасно. Ситуация сложная. Поймали. Держим Лили подальше. Держим Лили подальше, чтобы она особо не могла хилить. Замедляем. Хук, хорошо. И добить. Добить. Хорошо.
9 секунд до хука. Опять не можем идти. Ну что такое? Дай укушу. Дай укушу. Дай укушу. Дай укушу. Хорошо, укусили. Напоследок укусили и снесли трон. Это была хорошая игра. 63 стака. Не успел посмотреть, какая у нас регенерация. И мы МВП. Даже 10 убийств. Много. Ну-ка посмотрим статистику. А, мы еще больше всех урона нанесли. Ну здорово, здорово получилось. Молта или жалко? Подвел. Ну ладно. Или дан. За то, что помогал после каждого нашего хука и пожирания. А Батура мы убивали, так что он не заслуживает. Разве что за свою экспу. Ну ладно. Все хорошо. Увидимся в следующем видео. Всем пока.